Сегодня я снова вас приветствую на своем канале. На канале «За городом». А сегодня, посмотрите, открывает дверь. Это моя собака. Собака Вуди. Сегодня я с вами хочу поговорить. Они мне сегодня, конечно, не дадут говорить. Это просто, это говоруны. Говоруны нашего хозяйства. Это орловская ситцевая порода кур. Это самая моя любимая порода. Самая долгожданная порода. Вот, этим курочкам год исполнился в этом году. Они меня не подвели. Я в этом году, ну, летом имею в виду, весной, осенью даже вот сейчас, продал столько инкубационного яйца. И заказывали и другие регионы, Краснодарский край заказывал. Потому что птица очень красивая. Это наша порода, отечественная, кстати. Вот петух имеет такую, как бы, грудку такую прям широкую. Окрас, конечно же, окрас, красивый окрас. Походка, бородка, сзади вот грива. Ну и, конечно же, гребешок в виде вот какого-то вот малинки, что ли, вот что-то вот такое. Птица, конечно, очень говорлива. У них тоже стоит бункерная кормушка. Ну, несется, как сказать. Плюсы этой породы, это, конечно же, ее внешний вид, это раз. Продуктивность, это два. Хоть и яйцом, скажем так, она не балует сильно, но 180 яиц она дает в год. Вот, смотрите, какая бородка у петуха. Замечательная просто. О, о, вот какая. Вот прям глухарь. Настоящий глухарь. Вот какой красавец. Вот тоже курочки замечательные. Окрас, конечно, ситцевый. Он бесподобный. Самый мой любимый окрас. Вот тоже курочки. Развит и кошелек, и бородка, да, и сзади грива, и вот грудь, такая вот прям выпеченная грудь. Вот из минусов, да, этой породы, наверное, минусы тоже есть. Это вот в начальном периоде очень слабый иммунитет у птицы, очень большой процент падежа у птицы. Но после достижения 4-5 месяцев птица довольно-таки, скажем так, крепчает. Ну, еще, конечно, плюс это то, что птица, наверное, можно отнести к мясной породе. Потому что они очень крупные, курочки довольно-таки крупные. Вот такой окрас интересный. Вот потемнее немножечко есть. Вот посветлее курочка. Вот. Конечно, они общительны. Птица очень общительна. Очень много разговаривает с хозяином. И это вот... За сеткой у нас брама колумбийская, петухи и курочки. Там еще и индюшка у них. Вот замечательная порода тоже. Вот поэтому, если кого-то вдруг интересует... Молодец. Замечательно просто. Ну, если кого-то интересует, я буду продавать инкубационное яйцо. Начну с весны продавать, то есть и отправка в другие регионы будет. Я, конечно, это пока не сильно так не практикую, но думаю, это возможно. Ну, не дадут сейчас говорить, все, сейчас начнут просто... Орать.
Я сейчас даже возьму и покажу вам кур породы Брама. Брама колумбийская. Я, конечно, не буду посвящать ей сегодня все свое видео. Ну ты прям вообще. Это Брама колумбийская. Вашему вниманию. Курочки. Два петуха. Замечательные просто петухи в этом году. Качество птиц меня порадовало. Петухи высокие, большие. Вот смотрите. Больше индюшки. Хотя индюшки уже третий год пошел. Вот такие вот птички. Ну, я с вами прощаюсь. Вы были на канале За городом. До новых встреч.